о расписаниях. Мероприятий. Можно зайти посмотреть, что внутри. Проводится вот большой зал, там служение проводится. На втором этаже у нас кружки, разные занятия проводятся. Здорово. Меня зовут Галина. Очень приятно, Алексей. Добро пожаловать в храм Божий. Спасибо. Но христиан много. А, ну то есть у вас как... То есть, есть же разные ответвления христианства? Ну да, у нас как бы протестантская. А, протестантская церковь, да. Понял. Отлично. Много протестантов? Ну и конфессий, да, много, очень много по городу. Угу. Заповедями. Моисей. Здесь молитвы за. Ага. Очень красиво. Там молитвенный зал. Вообще не видите, просто отсюда можете снимать. Нет, зайдите на дальше. Дальше мы не входим. Здесь у нас молитвенный зал. Ага. Хорошо, спасибо. Вот меня приглашают на проповедь 5:30. Приходите, друзья. Ждем вас. Всегда ждем. Для вас открыто. Отлично. Все, друзья, спасибо. До встречи. До свидания.